Мадридский Реал уверенно стартовал в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа на Сантьяго Бернабеу мадридцы разгромили римскую Рому, забив гостям 3 сухих мяча. На 45-й минуте первого тайма Иско забивает гол, идеальный удар Иско перекинул стенку и послал мяч в притирку со штангой. На 58-й минуте Бейл после точной передачи Модрича убежал практически один на один и с ходу пробил низом точно в дальний угол, счет 2-0. В конце матча Марсело выдал пас на ход. Диас подхватил мяч и с линии штрафной нанес удар с ходу в дальнюю девятку. Таким образом, мадридский клуб разгромил римлян на своем поле.